Оппозиция проводит акцию протеста перед зданием Министерства иностранных дел в Ереване. Вводя запреты на деятельность наших диаспорских деятелей, власти пытаются вбить клин в отношении Армения-диаспора, сказала Кристина Варданян, депутат фракции «Аястан». Говорят, что на месте будущего страны не построишь. Но мы видим, что власти встали на путь вместе оппозиции и делают все, чтобы протесты против правительства были запрещены. Они пытаются какими-то преградами запугать людей, для которых Родина превыше всего, которые добровольно ушли защищать Родину. Они применяют этот запрет как внутри Армении, так и в отношении наших деятелей диаспоры, тем самым вбивая клин в отношении Армении-диаспора. Напомним, что несколько недель назад власти Армении запретили председателю Координационного совета армянских организаций Франции и председателю бюро Дашнак-Сютюн Армянской революционной федерации Мураду Папазяну въезд в страну. На днях в Армению также запретили въезд руководителю офиса Айдата партии Дашнак-Сютюн в Нидерландах Масису Абрамяну и его дочери, представительнице молодежного крыла дашнаков Сюне Абрамян. Отметим, что фактически дашнаки уже стали восприниматься в Армении чуть ли не как персоны нон-грата, и внутри страны к ним, похоже, относятся как к врагам армянского народа.